Так, разбираю одну дочертую Волгу, ну, подслаб, все дела. Тут наткнулся на такую интересную вещь. Видите, вот эти вот, куда ремни прикручиваются. Она прикручена не к кузову, не к тоннелю, да, а вот к этой полочке пластиковой, которую вот так вот делают. Безопасность просто максимальная. И этот линолеум, конечно, охеренный. Просто раньше так деды вот эти вот тюнинговали, это херней просто занимались на самом деле. Ну что это такое за пиндец вот этот вот? Дурдом вообще.